Почти 120 километров отремонтировано этим летом по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из краевого федерального бюджета на эти цели направлено свыше 1,5 миллиарда рублей. На сегодня, скажем так, завершены практически все работы. Уложено более 1 230 000 тонн асфальта, квадратных метров асфальтобетона, 11 светофорных объектов, 8 камер фотовидеофиксации. Всего в этом сезоне должны были отремонтировать 44 объекта. Пока в полной готовности только 37. В Новоалтайске на 5 участках краевых дорог работы завершены полностью. А вот на дорогах Барнаула еще около 10 недоделок. Сейчас на завершающей стадии ремонта 7 магистралей Барнаула. Среди них проспект Социалистический, улица Полярная, Максима Горького и ряд других. В Комитете по дорожному хозяйству нас заверили, что все работы будут завершены в срок – к 1 октября. Эксперты также пояснили, что никакого отставания от графика нет. 2 дней вполне достаточно, чтобы завершить все дорожные работы. Тем более погода благоволит. Но некоторые горожане сомневаются, что дорожные службы успеют в срок. В этом году действительно стали меньше попадать в яму. Обещают завершить до 1 октября все работы в Барнауле. Как вы думаете, успеют? Не уверен. Как думаете, успеют? Как бы навряд ли. Думаете? Нет. А почему так думаете? Ну, я думаю, что они где-то еще делают дороги. В Минстройтрансе региона сегодня также заявили, что проект «Безопасные и качественные дороги» продолжится и в следующем году. Пока не ясно, сколько объектов в него войдет. Но уже точно известно, что помимо Барнаульской агломерации к проекту подключится Бийск и Рубцовск. Причем дороги Наукограда будут отремонтированы за счет федеральных средств. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.